more cash. Just got me. Oh, okay. Yeah, no more. Oh, I didn't know. I'm sorry. No, they put it. I didn't know. I haven't been in the bus for a long time. Прикол в том, что абсолютно все магазины закрыты. Все. Кроме водочно-ликерных. Но, честно сказать, это тоже такая дискриминация по бизнесу, что мало не покажется. В Нью-Йорке вот так пешком уже 3-4 месяца. Конечно, здесь немножко все поменялось. Это мы с вами идем на подходе к Таймс-сквер. Как вы видите, магазины в этой зоне 50 на 50 заколочены. У кого-то осталось храбрости и смелости, например, у Applebee, не заколачивать. Когда карантин только начинался, я сказала Чамару, что на 5-й авеню в Сохо многие магазины большие, крупные, они заколачивают свои окна. Он совсем не понимал, что это за бред. Но вот сейчас мы видим, что те магазины, которые заколотили свои окна раньше, чем сейчас, это им очень помогло. Ну что, мы с вами на входе в Таймс-сквер. Сейчас посмотрим, что там. Какая там ситуация. Но народу, конечно же, очень мало. Это уже сразу бросается в глаза. Потому что обычно здесь просто не пройти туристам. И не пройти без очереди в виде людей. А сейчас это пусто. Много полицейских. Они, по всей видимости, охраняют вход в метро. Это такая большая станция. И все мирно стоят и смотрят, что происходит. Hi. How you doing? Good. So what's going on? So I am black. I have my own business. I know what's going on right now. It's going from protesting, from getting from good to bad. And I just want to bring back a little bit of peace and let people know that we need unity. We need to come together. Yeah. And be as one. Stop the hate, stop the violence, and just bring peace to the world. You know, it's too much. So I'm here giving out free water as you guys walk and protest. My brothers and sisters, everybody, all skin color. Perfect. Sounds amazing. I really appreciate what you're doing. Thank you. And peace in the world. At AUView. Okay. On Instagram. Okay. Okay. Sounds good. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Have a good day. You too. Stay safe. Stay safe. Bye. Вот так легко подошла к девчонкам, попросила прокомментировать ситуацию без каких-либо проблем, они с удовольствием. Они раздают воду вне зависимости какого-то цвета. И они за то, чтобы в мире был мир. Мне кажется, это самое важное.
много, мне кажется, на улице, во-первых, черных афроамериканцев. А в основном на улице гуляют мужчины, то есть, по моим наблюдениям, если есть. И если они белые, то точно мужчины. То есть еще ни одной белой женщины я не встретила. Либо азиаты, либо латино, либо черные женщины. А еще ни одной белой женщины я не встретила. Я не знаю, на кого похожа я. Вот. Но я надеюсь, что я тоже похожа на латино, чтобы так сильно не выделяться и не привлекать внимания. Хотя, конечно же, шучу. Не думаю, что сейчас мне угрожает какая-то опасность, потому что сейчас день, и как бы много полиции. Вот. Во всяком случае, я на это надеюсь. Сейчас мы с вами идем к 5-й авеню. Хочу посмотреть, что там, как поживают бутики. И вообще, что происходит. А дальше будет видно. Это 6-я авеню. Здесь в основном кругом офисные здания. Конечно же, офисные здания сейчас не работают, поэтому здесь тоже тише и благодать. Если это можно так назвать. На моем любимом кафе по типу Starbucks написано, что если какой-то эксцидент произойдет с этим именно локейшном, то, пожалуйста, позвоните. Здесь такие письма. И написано, что, извините, будет пока что закрыто. К сожалению, так. Заколачиваю дальше свои магазины, и мы с вами подходим к Radio City Hall. На сегодняшний день, наверное, это после масок и санитайзера в Нью-Йорке самый нужный товар – фанера. Магазин Сальвадора Феррагамо. Здесь был Cartier, Versace, Longchamp, Zara. Там дальше Hollister. А там Rolex. Весь заколоченный. Конечно, очень грустно от того, что под предлогом борьбы за свои права и свободу люди выходят на улицу и занимаются вандализмом и мародерством. Это очень грустно, но я думаю, что, я точнее уверена, что за этим стоит гораздо большие цели, нежели просто вот так люди сами решили выходить на улицу попротестовать. Грустно, прям как сегодняшняя погода. Все, конечно, кто идут здесь, не выпускают из рук телефон, фотографируют, потому что в таком настроении видеть Нью-Йорк, когда особенно знаешь, как здесь в обычное время, это очень грустно. Мне не хочется в этом видео с вами заниматься поиском ответов на вопросы, почему, кому это все выгодно, для чего это все в мире сейчас поддерживается. Потому что я считаю, что каждый должен искать информацию сам, делать выводы самостоятельно. Я не хочу навязывать свое мнение, поэтому в этом видео я буду показывать вам только то, что вижу. И чтобы вы делали свои выводы уже самостоятельно. Мы подошли с вами к магазину Dolce & Gabbana, Gucci на заднем плане там виднеется, и Trump Tower. На всю эту неделю у нас ввели комендантский час, когда нью-йоркерам нельзя выходить из дома с 8 вечера до 5 утра, кроме как людей, которые работают, вот, допустим, в сфере медицины. Я думаю, что такие пресечения, конечно же, помогут, я очень на это надеюсь. Мне кажется, уже есть какие-то первые. Во всяком случае, вот я сейчас иду, и мы стоим возле Trump Tower, и здесь ничего не происходит. Что, возможно, это из-за дождя, ну, а возможно, просто потому что работает
те меры, которые, предосторожности, которые на сегодняшний день пытаются ввести в городе Нью-Йорке. Вот с вами поедем еще в Сохо, посмотрим, какая обстановка там обязательно, чтобы сравнить. Потому что, как, насколько я знаю, район Сохо самый в этой мародерстве был, самую такую на себя удар самый большой принял. Сейчас хочу дойти, показать вам, вот там чуть подальше будет Apple, как его бедного заколотили. Здесь у нас Булгари. Там же Луи Виттон. На первый взгляд никаких признаков вандализма на 5-й авеню я пока что не вижу. Просто вижу, что приняли меры, пытаются вот забить все магазины. Это единственное, что на сегодняшний день я здесь могу наблюдать. Много полиции, конечно же. В Нью-Йорке было сказано полиции не трогать протестующих. Но когда это дело все перешло не в мирный протест, а уже в конкретный акт вандализма и мародерства, то уже начали потихоньку сворачивать этих молодых и не очень молодых людей. Вот поэтому... О, посмотрите, сейчас я подошла к Apple кубу. Бедный куб. Его закрыли. Здесь отель Плаза, тоже все вон заколочено. Там индейцы, центральный парк. Не забывайте, что новости — это такая вещь, которую для нас выбирают. И вещь, которую они хотят, чтобы мы об этом говорили и слышали. Так как это влияет на нашу ежедневную жизнь, особенно людей города Нью-Йорка, и, как я поняла, всего мира, так как сейчас во всем мире показывают, что происходит здесь и вообще в целом в Америке, то я не могу это игнорировать, поэтому я приняла решение сюда приехать. Игнорировать факт того, что расизм в Америке есть, тоже не имеет никакого смысла, потому что он реально есть. Какой подвид расизма, это уже решать вам. Потому что многие считают здесь, что есть расизм против, то есть направленных черных, но также есть и расизм уже, который направлен на белый, как бы вроде черные пользуются своей на таком удобном позиции быть в меньшинстве. Вот, поэтому я честно не знаю, хочу, чтобы вы делали мнение, точнее, я знаю, у меня есть свое мнение, но делиться я не очень хочу, так мне хочется все-таки, чтобы вы свои решения принимали самостоятельно и сами занимались поиском информации. Моя цель этого видео — лишь вам показать и быть вашими глазами, показать, что происходит на сегодняшний день, чтобы вы самостоятельно уже принимали решения и делали выводы. Делается ли это действительно такое вот, как сказать, дозов народа сделать это, или это та ситуация, которая нам пытаются подтолкнуть, чтобы и каким-то образом разжечь. То есть такое яблоко раздора, разжечь, подлить масло в огонь, потому что сейчас, конечно же, люди все напряжены в связи с карантином, в связи с тем, что многие потеряли работы, у людей просто-напросто нет возможности себя обеспечивать, но я считаю, что никаких нет аргументов и обоснований на то, чтобы человек занимался вандализмом, грабительством и другими криминальными преступлениями. Сейчас буду заходить уже в метро и поехали с вами. Камера. Сейчас будем заходить с вами уже в метро, посмотрим, что, какие дела у нас в Сохо. Мы с вами вот здесь находимся, на углу Центрального парка, и поедем на желтой ветке до Принц. Сохо. Послушайте, как тихо. Совсем нет.
кажется, даже мой шепот это очень громко. Такая тишина. Я и тишина в нью-йоркском метро. Это просто, я даже предвидеть не могла. Честно, я так предвидеть даже не могла, что будет такая тишина в метро. Метро я тоже не была уже более 3 месяцев. Здесь никого. Не каждый сумасшедший хочет ехать в Нью-Йорк. Вот. Но я сюда приехала, чтобы показать вам. Надеюсь, вы это оценили. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Кстати. Я не знаю, насколько хорошо было слышно этого парня, потому что здесь, конечно же, шум от просто от вагонов, и плюс парень говорил очень тихо, но смысл был в том, что парень живет в Нью-Джерси, он учится в NYU, это государственный Нью-Йоркский университет, и он едет в колледж, колледж закрыт, но там что-то ему какие-то дела нужно сделать, и он постоянно в метро. Очень в основном вот так вот пусто. И, конечно же, он не согласен с тем, что происходит сейчас в плане вандализма, в плане жестокости, которая на сегодняшний день приобрела норму на какое-то, я надеюсь, что это короткое время. Вот. Ну и вообще-то парень высказал свое желание к вернуться к обычной жизни, чтобы у всех было мир и добро. Самое горячее место Нью-Йорка на сегодняшний день. Выходим. Воу! Что мне нравится, что в Нью-Йорке в целом американцы, они не гасятся от камеры. Они на самом деле всегда готовы поддержать, рассказать и прокомментировать. Парень выглядел очень скромным, но... Ответил на вопросы, я его спросила, говорю, ты не желаешь мне пару слов сказать, прокомментировать ситуацию? Ну, пожалуйста. И в этом плане, конечно, мне очень нравится, как себя чувствуют и ведут американцы. Надеюсь, что уже дождь закончился, потому что очень тяжело нести камеру, телефон и еще зонтик. Нет, тетка с зонтиком, значит, мне тоже доставать его надо. Ну что, мы в Сохо с вами. Сейчас посмотрим. Это главная авеню, называется она Бродвей. Здесь находятся такие магазины более, скажем так, масс-маркета. По-моему, досталось гораздо больше магазинам, которые были на параллельной улице с Бродвеем, так как именно там располагаются такие дорогие бутики, как Dolce & Gabbana, Chanel, Saint Laurent и т.д. и т.п. Я более чем уверена, скорее всего, уже все. Весь этот бардак поубирали, но давайте посмотрим все-таки, взглянем своими глазами, так ли оно. Вот буквально пару дней назад я видела здесь, как все разброшено было, разбросано, какой здесь просто бардак творился. А сейчас чистенько, ничего на тротуарах не лежит, только все кругом забито. Давайте посмотрим. Смотрите, что написано. Это, кстати, на Apple. Apple. The corporate praise is the enemy of the people. Что значит, что корпоративная медиа враг, самый главный враг людей.
я так понимаю, они хотят сказать, что то, что нам показывают по телевизору, это наш главный враг. Это от Луи Виттона. Смотрите, здесь какие дыры. Джимми Чу. Посмотри, у них разбитые они. Посмотрите, все разбито. Каких-то на сегодняшний день прям вот видимых признаков вандализма, ну, кроме как рисунков, ничего не видно. То есть вот граффити повсюду. Это единственное. И, конечно же, кругом все защищаются и забивают все своими свои магазины фанерой. Вот, я думаю, что в основном, конечно, акты вандализма происходят среди ночи, когда темно. Вот поэтому, конечно же, вы уж меня простите, но ночью я сюда не поеду. Вот, но среди дня, если бы вот не забитые окна и отсутствие людей, ну не совсем что ли было бы понятно, что вот такая грустная ситуация. А это там компания людей работает, забивают окна Ив Сен Лорану. Если смотреть наверх, то видите красоту. Все дело в том, на что мы обращаем внимание, когда мы смотрим. Я сидела, наблюдала, кто же все-таки занимается вот строительством и закрывает фанеры магазины. И вот там целый грузовик, вот если вы посмотрите вот тут. Это здесь работают рабочие. Как правило, рабочие строительства — это из стран Латинской Америки. И я уверена, что их тоже дискриминируют какой-то часть. То есть говорят черные, латино, белые. То есть да, их отдельно, так скажем, тоже выставляют в отдельную расу. Вот. И я не понимаю, почему латиноамериканцы себе не позволяют такой степени наглости и вседозволенности выходить, и чтобы город защищался от людей вот таким образом. Может быть, я что-то не понимаю, объясните мне. Конечно, я согласна с тем, что жизнь любого человека важна. Черный, белый, розовый, коричневый, любого. Но, конечно же, вандализм и мародерство в таком масштабе, чтобы привести город в ход просто к такому кризису, и так все тяжело, и так бизнесы еле-еле выживают, еще и это, ну, как минимум, это, наверняка, спланированный какой-то акт, точнее, людям, так скажем, дали отмашку сделать то, что они давно хотели. После прогулки у меня есть такое ощущение, что многие люди, которые выходили на протесты, они чувствуют подвох в этом мародерстве и вандализме, который проходил как бы под предлогом протестов, потому что здесь везде висят вывески, что наш главный враг — это наш телевизор, и точнее корпоративные вот эти все каналы, которые принадлежат государству. Ну как, здесь нет государственных каналов. В общем, самые большие каналы принадлежат корпорациям. Корпорации сами решают, какой стороны им освещать и как освещать любые проблемы. С вами сейчас Washington Square Park. Здесь больше людей, чем я ожидала.
Это зона там, где студенты, здесь непосредственно рядом колледж Нью-Йорк. Нью-Йорк NYU называется он. Вот, поэтому здесь такой части, где очень много молодежи, непосредственно это близко к Сохо. Поэтому могла... Я не ожидала, что здесь будет столько людей. Давайте сейчас подойдем вон там. Группа молодых товарищей, которые что-то написали, вещают. Посмотрим, что же там написано. Огромное количество людей, которые снимают репортажи. Ну и мы с вами, конечно. Все достаточно мирно. Вон ребята с какими-то картонками ждут, наверное, когда можно будет что-то выйти, что-то сказать. У этого парня написано, что геи против расизма. Мне было не очень удобно снимать сразу, но немножко захватило. А я хочу попробовать посмотреть, если моя любимая артишок-пицца открыта, то я не хочу пускать такую возможность съесть эту самую вкусную пиццу в городе. Но что-то вывеска у них не очень ярко горит. Есть у меня ощущение, что, скорее всего, она закрыта. Ну, пойдем посмотрим, что есть. Потому что надо сказать, я уже проголодалась. Артишок пиццу вон заколачивают фанерой прям в самый разгар. Я пришла от процесса, поэтому попробую. Давно я хотела вот эти бельгийские картошка фри. Наоборот, идут на демонстрацию, только вот людей все прибавляется, но у меня уже села телефон и камера, поэтому я поехала домой, тем более уже время 4 часа, пока доеду дома, а сами знаете, комендантский час. Всего самого хорошего вам и вашим семьям, оставайтесь в безопасности, и мы увидимся с вами в следующих видео.